Смотри, смотри, уже большой учитель стихотворений. Пять. И потом Слуцкий ведь замечательную память его статью написал. И вообще много чего. Да мы об этом в Бресте говорили. Да. И, алло, там стою, им хлеб не выдан, им патрон не додано, который день поспать им не дают. А я напоминаю им про родину. Молчат, спою и новый бой идут. Все то, что в письмах им писали из дому, все то, что в песнях с их душой слилось, все это снова, заново и сызново высоким словом Родина. Я этот день, воспоминание это, как справку собираюсь предъявить за тем, что в новой должности поэта от имени России говорит. Чикан, вот я зачитаю то, что у тебя напечатано. Но вот это вот я специально этим стихотворением закончил подборку. Только ты скажи, пожалуйста, про что ты написал во Врезе, все равно, два слова скажи. Ну что я написал во Врезе? Что про феноменальность вот этих 42 лет, когда публикуются его неизвестные или известные только узкому кругу стихи. Вот. Ну и про то, что он великий поэт, что не только мое мнение, но вот со мной согласны, ну и вяжет впечатление. Хорошо. Причем поэты, которые очень разные, непримиримые в отношении между собой порой, да? Вот, и припомнил историю про то, как это самое. Так, подождите, а что это? Вы что? Ну, про то, как... Ну, скажи, что вы. Евтушенко и Бродский. Да, вы вылетел, да. Евтушенко и Бродский, которые, значит, ну, как известно, были в отношениях тяжелых и... Антагонистически. Бродский говорил, если Евтушенко против колхозов, то я за. Да, так вот, как они оба сошлись вот во мнении, что Слуцкий великий поэт. А вот это короткое стихотворение, которое я вот обнаружил в книжке, составленной Андреем Крамаренко, не знал его, естественно, до этого. И тоже, опять же, об отношении с Богом. Да, звон в ушах моих звонивший, шум бушующий в моей крови. Это ты, Господь, благослови плоть обильную, а дух мой нищий, если хочешь, вовсе отзови. Потрясающие стихи. Замечательные стихи. Что там вообще? Замечательные стихи. И вот это по поводу атеизма Слуцкого. В общем, вот... Не работает. Да. Кому какое дело, что не спится по ночам известному советскому поэту. Пусть больше переводит поляков, англичан через пограничную речонку лету. Кому какое дело, что отечественная война к нему пришита ниткою суровой, и внутренняя рифма «страна, война, вина» — вот где она над ним кружится снова. Кому какое дело, из деловых людей у них своего важнее найдется дело, толкнут его на площади, и там, где потесней, где велико его большое тело, произойдет все то, о чем он говорил, когда российских поминал пиитов. Поэты проживают всегда под сенью крыл Амуров, Серафимов, Мессершмиттов.
Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво, раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки, товарищи мои. Теперь все это странно, звучит все это глупо. В пяти соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенантов фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем, мертвые, во здравие живых.